Приветствую, друзья! Брелок сковорода с AliExpress. Эта сковорода является символом компьютерной игры PUBG, или как ее еще называют, PUBG или PUBG, в общем, Player Unknown Battlegrounds. Цена на момент заказа 53 цента. Символ хоть и неофициальный, но прочно проассоциирован с игрой. Все, кто играет, знают, что этот предмет на начальном этапе можно использовать как оружие. Дать противнику поличику, и если он еще не добыл себе нормальный шлем, то даже убить с первого удара. Ну и таким образом добыть себе более хорошую писечку. Также можно ей и защищаться, к примеру, отбить гранату. Кстати, у кого получалось? Когда вводили эту фичу отбития гранаты, она стала, в принципе, багом. Сковородка стала пулей непробиваемой, но этот баг оставили. Так что ей можно еще защищаться от пуль. Ну, во всяком случае, если вы на задницу себе повесите, то пули ее пробивать не будут. Так что уж зад у вас гарантированно защищен. Сам брелок изготовлен из цинкового сплава. Есть еще три цвета сковороды, которые можно заказать. Размер у нее 6 см на 3 см, вес 8 грамм. Внутри логотип PUBG. Можно прицепить на ключи, застежку молнии, куртки или подвесить там рюкзак. Знающие люди сразу поймут, что вы собрат, ну или сестра. Так что если вы в офлайн, не в игровом пространстве, так сказать, брелок будет напоминать в реальной жизни вашу принадлежность к комьюнити. Так что вещь статусная, хоть и стоит недорого. Где найти эту сковородку и другие, кстати, всякие прикольные штуки по PUBG на AliExpress? Ссылку оставлю в описании под видео. И не пропусти новый обзор, подпишись на канал.